Всем привет, меня зовут Даниил. Ну, на самом деле, мой доклад будет не хардовый, он изи такой. Я думаю, все поймут. Похлопайте, пожалуйста, кто понимает, что такое вообще CI/CD в целом. Ну, есть понимание, да? Давайте начнем. Тайны CI/CD у вас Аврора, мой путь через архитектуру и инструменты. Сегодня хотелось бы рассказать, кто я. Этапы деплоя проекта в маркет с CI/CD и без. Какие системы CI/CD можно использовать для этого, какие вспомогательные программы нам потребуются. Расскажу немножко, что такое вообще Aurora Market, чем отличается от классических маркетов в других системах. Расскажу немного про валидацию и подпись пакетов. Это довольно важная часть для того, чтобы публиковаться куда-либо и устанавливаться на устройство. И личный опыт пайплайна дома, который я у себя собрал, для того, чтобы более наглядно показать, что не только какие-то там компании крутые могут все это делать, но можно дома все делать. Ну, кто я? Вообще я C++ разработчик облачных систем хранения данных и систем виртуализации, но в качестве хобби у меня бета-тестирование и разработка open-source приложений под OS Aurora. Немного контекста. Здесь можно прочитать, что Aurora Market имеет такую абстракцию, как витрины. Ну, выглядит это примерно так. Всякие Google Market, да, App Store — это такой супермаркет. А Aurora Market — это что-то типа рынка, где есть свои какие-то маленькие магазинчики, но при этом всем каждый маленький магазинчик может быть супермаркетом. И приложение как раз является интегратором вот таких магазинчиков. Я думаю, это связано, потому что направленность для бизнес-сегмента, и где каждый хочет бизнес свой мини-маркет, и всю инфраструктуру предоставляется каждому бизнесу свою. Ну, вот так примерно выглядит админ-панель какого-то конкретного маркета. Это вот показан бета-маркет и моя страничка разработчика. Что такое вообще приложение на Aurora? Ну, на Android это APK-файл. А здесь это классический для Red Hat Linux RPM-пакет, но с нюансами. Он отличается тем, что структура самого приложения внутри заведомо известная по шаблону, и процесс получения — это сборка RPM-пакета, затем валидация и подпись пакета. Об этом чуть попозже расскажу, что это вообще такое. Этапы деплоя. Ну, как бы выглядел деплой, если бы у нас не было CI/CD, то есть мы просто разработчик, которому нужно задеплоиться. Первым делом мы делаем мерж веток припродовой в продовую, затем загружаем это все на компьютер, открываем все это в Aurora SDK, настраиваем его. В настройку входит выбор архитектуры, выбор профиля валидации, подкидывание ключей для подписи. Ну, довольно муторно. Мы нажимаем кнопку «Собрать». У нас получается RPM-пакет. Заходим в админку на сайт Aurora Market. Заполняем заявку, подгружаем RPM, выбираем там разные категории. Ну и отправляем и надеемся на то, что нас одобрят и опубликуют. Ну, довольно муторно, 7 шагов. Причем одни, ну некоторые из них прям объемные. Что же будет с CI/CD? Мы делаем мерч и все, и ждем, пока нас одобрят. Довольно круто, да? Как бы это все получить? Ну вот, собственно, показан
путь CI/CD, где синенькое — это вот CI, желтенькое — это CD. То есть процесс CI будет самостоятельно подгружать продовую ветку, да, собирать, валидировать, подписывать. Затем передаваться будет уже собранный готовый пакет приложения на, в другую часть программы, на CD. Там будет заполняться заявка и отправляться на подтверждение. Какие системы CI/CD вообще можно использовать для этого? Ну, популярно очень GitLab CI/CD, он довольно простой, ничего особо из знаний не требуется, много гайдов. А плюс можно у себя размещать свой собственный, да, репозиторий, затем свои собственные раннеры, ну, то есть вычислители-сборщики. Наш отечественный GitFlick — это своего рода, ну, он не клон, он скорее вариация на тему, написанный на Java. Недавно был куплен Астрой, ну, это ладно. Довольно интересный, очень быстро развивается, как сама Аврора. Также есть Jenkins. Ну, Jenkins уже сложнее такая штука, но более гибкая. Но за гибкость мы платим тем, что там надо шарить. Шарить обычно это вот все DevOps, а нам лучше попроще. Как говорится, хорошая программа не должна быть сложной. Кто же будет все это делать? То, что я писал, этот CI/CD. Ну, для этого нужно подобрать компьютер или вычислитель, или что угодно. Основные требования — это вот многоядерность, желательно больше двух. Все это нужно для того, чтобы многопоточно собирать проекты, поскольку это C++ в основном, это всякие make-c-make, он очень хорошо параллелится по потоку на ядро обычно. Ну и поэтому, чтобы не ждать по миллион часов компиляции, желательно использовать хороший компьютер. Ну, несколько гигабайт оперативной памяти. Это, скорее всего, связано с тем, что, ну, есть какие-то определенные минимальные требования, да, но чем у нас больше ядер, тем у нас создается больше потоков, у каждого нужна своя память, и суммарно, чем у нас более многоядерный компьютер, он занимает в моменте больше оперативной памяти, поэтому тоже важное требование. Ну, несколько гигабайт ПЗУ. Это для того, чтобы, ну, скачивать ветки и не более, на самом деле. Ну, вот это главное такое требование сложное. Оно появляется из-за особенностей инструментов, которые мы будем использовать при сборках. Это вот Linux на x86. Вот, какой же компьютер подходит под эти требования? На самом деле любой, вообще абсолютно. Это может быть сервер, виртуальная машина на сервере, стационарный компьютер, да, ноутбук. Но ноутбук не MacBook, который на архитектуре, чего там, ARCH64. Вот он пока не подходит. Ну, возможно, скоро будет подходить. Ну и вот мини-ПК тоже интересный вариант, поскольку довольно маленький, он может позволить любой, и они тоже на x86. Какое ПО нам потребуется? Ну, вот это как раз вспомогательное ПО, которое необходимо для полноценной работы нашего пайплайна. Это вот агент. Он предоставляет, такая маленькая программа, которая предоставляется системой сборки CI/CD, которая чекает специальную инструкцию в ветке при коммите и выполняет все операции, которые мы туда заложим. Вот и вот мы должны установить. И она должна постоянно работать, программка. Платформа SDK. Вот как раз про платформу SDK было немного. Это что-то типа очищенного сборщика из Aurora SDK, который нужен не для разработки, а исключительно для сборок.
Он сделан вот rootfs-контейнером, в котором мы будем чрутаться. Очень подробная инструкция по установке есть на официальном сайте OMP. Состоит он из следующих вещей. Это вот тулинг, таргет и чрут. Таргет у нас отвечает за архитектуру, под которую все будет компилиться. Тулинг содержит все необходимые библиотеки, там утилитки. А чрут, чтобы осуществить переходы. Ну и секретный ингредиент, который будет отвечать за CD чуть далее. Как же управляется вот этот вот раннер, он же агент. Ну, агент он в GitFlick, а раннер он в GitLab. У него вот специальный файл YAML, в который будет две секции, это build и deploy. Вот секция build. Там будет три вызова платформ SDK. Это, собственно, вывод на сборку, вывод на валидацию, вызов для валидации и вызов для подписи пакетов. Вот. Пошло самое интересное. Сборка. Мы можем видеть то, что вызывается специальный скрипт, который также предоставляется на официальном сайте. Он не обязательный, но довольно удобный. Он на самом деле что делает? Он вызывает сборку как раз, он чрутается в тот платформ SDK и запускает сборку с нужными параметрами. Параметры, которые вот мы задаем для скрипта, это название проекта, версия, OS, номер релиза и саму архитектуру. Сейчас это ARM8 HL, 32-битная. Дальше вот процесс валидации. Что делает валидация и зачем она вообще нужна? Валидация нужна для того, чтобы не пускать приложение туда, куда не надо. И, собственно, проверять зависимости. Это не только вот разрешение, да, там, на какую-нибудь там, камеру, еще какие-нибудь доступ к интернету и все такое. Но также еще проверка идет на зависимости. И настраивается это все специальными профилями. Ну, сейчас существует вот несколько профилей, 5. Но на самом деле я ни разу не собирал ни одного приложения, которое бы было не регуляр. Регуляра вполне достаточно. Ну, мне кажется, исторически сложились эти все категории, поскольку при сборке какого-либо приложения возникают какие-то типовые зависимости, которые разрешаются тем или иным профилем. Ну, Extended — это для библиотек, MDM — это как раз для управления устройствами, да? Антивирусы — понятно, ему нужен чуть побольше прав. Ну, и AUS — для… Вот такое. Ни разу не видел. Ну, и путь. Путь до RPM-пакета, который как раз был создан на предыдущем шаге. Пользоваться довольно просто. Также вызывается chroot. Там вызывается программка RPM-валидатор с параметрами вот secprofile и буквально путем. Все довольно просто. Подпись. Подпись довольно важная штука, поскольку если пакет не подписан и даже проходит валидацию, ничего установить не получится. Как вообще все это устроено? Да? Предполагается, что какая-то компания генерирует себе ключ, отправляет, там, по-моему, генерируется ключ и предсертификат, который отправляется в ОМП, ОМП одобряет, присылает сертификат, и вот эту пару ключ-сертификат мы даем на вход программе, которая подписывает, и она подписывает. Но для всяких экспериментов в бете уже сгенерирована специальная пара ключ-сертификат. Ключ-разработчик, по-моему, называется, или как-то так. Ну, в общем, он скачивается тоже с официального сайта, и все нормально.
использовать довольно просто. На компьютере, ну, на вот этом вычислителе, где установлен раннер, запускается сборка. Просто должны где-то храниться ключ, сертификат. Ну и дается путь до приложения, который был собран на первом этапе. Ну, все довольно просто. На этом CI заканчивается. Теперь самое интересное. CD, то есть deploy. Ну, выглядит это примерно вот так сейчас. Когда я вот дошел до этапа CD, начал спрашивать, а есть там какой-нибудь API? Мне сказали, не, никто не спрашивал. То есть из крупных игроков никто особо не использует данный прикол. Ну, будем считать, что выкладка в Aurora Market не происходит так часто. Там, в общем, длительные этапы разработки, без частых релизов. И, ну, надеюсь. Ну, ничего страшного. У Aurora бета-тестеров есть специальный чатик. Там комьюнити. Я решил поспрашивать там, что же, ну, как же можно решить-то вообще эту проблему, да? API нету, но выкладывать хочется. Ну, не самому, а чтобы машина за тебя выкладывала, самое главное. Как ее научить? Мне подсказали, что веб-разработчики очень любят для тестирования своих сайтов библиотеку Selenium. И то, что есть такой прекрасный язык Python, который очень любит всякие девопсеры, как расширение своих возможностей для написания скрипта. Ну, сделал объединение всех этих идей. Пришла вот идея, что можно написать скрипт, который будет автоматизировать вот эту рутину по выкладыванию в маркет. Какие же поля? Какие поля нужно будет заполнять? Ну, первое, что увидит скрипт, это вход. Для этого, соответственно, надо дать скрипту путь, куда ему надо идти и чего набирать. То есть mail и пароль. Затем он попадает, залогинился, попадает в меню, где можно выбрать либо текущее какое-то приложение, либо создать новое. Все это, в принципе, парсится по XPath, довольно удобно. Вот. Если вот мы выбрали уже текущее приложение, то будет примерно такая страничка, да, где можно будет загрузить билд, что мы будем делать. Когда подгрузится билд, вам будет доступно поле с именем и версией. В принципе, эти поля заполняются автоматически, если был подгружен правильный RPM-пакет. Но это не отменяет того, что мы можем руками задать нужную нам версию и не полагаться на RPM-пакет. Дальше нужно будет выбрать версию системы. С какой по какую? Тут довольно интересно. Ну, текущая версия — это 4.0.2 релиз, да? И есть пункт, как до последней версии системы. Это довольно интересно, поскольку мы при каком-нибудь обновлении сверхверсии, которая будет указана, да, в до, все равно будем получать приложение. Иначе его просто не будет в маркете, поскольку он не для той версии. Ну вот, 4.0.2 — это текущая, 4.1 — это вроде как минорный релиз или что-то такое. Пятерка, ну, пятерка пока недоступна. Нужно будет выбрать категории. Есть одна основная и одна дополнительная. В принципе, вот на текущий момент имеются вот представленные категории. Но, как я понимаю, имеется возможность как-то добавить категории. Это все обговаривается, поэтому все довольно гибко.
Одна вот первичная категория обязательная, вторичная категория необязательная. Дальше нам нужны вот ключевые слова и описание. Все довольно просто в питоне. Тупо даешь строку и все, поехали. Ну, ключевые слова, понятно, да, там хэштеги веселуха, завлекуха и все такое. Ну, описание, кратенькое описание приложения. Можно потом добавить картиночку. Ну, это все, на самом деле, вот одна страничка, которая перед нами, и я ее вот поэтапно разбил. То есть последовательно как бы вот мы делали, просто вот описали эту скрипту. Сайт приложения, email поддержки, политики конфиденциальности. Но это, скорее всего, ссылка на рецензию. Ну, также можно просто на проект, чтобы там разобрались самостоятельно. И обращение в поддержку. Вот примерно так будет выглядеть это на питоне, да? Просто массив из путей, которые Selenium впишет вот в веб. Веб-сайт тоже строка, email поддержки. Ну, policy — это вот как раз лицензия. Ну, вот это необязательный пункт. В принципе, здесь обязательный — это… Не помню, кстати, email поддержки обязательно нет. Но веб-сайт точно да, policy URL точно да. Комментарий для администратора не особо интересен. Картинки тоже не обязательный параметр. Но OMP всячески агитирует, чтобы картинки были. Ну, можно вот в качестве картинок использовать, как в каком-нибудь Google Маркете, да, там всякие ракурсы там устройств или еще что-то подобное. Но сейчас это просто то, скрины, то, как вообще приложение выглядит на устройстве. Что же будет, как видоизменится проект относительно его классического видения, если мы хотим CI/CD? Ну, добавится, получается, в продовую ветку CI/CD YAML, то есть вот инструкция по сборке. BuildSH — это вспомогательный скрипт для платформ SDK, который можно скачать на сайте OMP. Ну, Aurora Deployed to MarketPy — это вот как раз все предыдущие шаги будут разложены в Python скрипт, и будет просто запуск Python скрипта с параметрами. Что должно быть в системе, которая это все будет вычислять? Это сам раннер, то есть вот вычислитель от CI/CD. Aurora Platform SDK — это тот, кто будет все собирать нам и подписывать, валидировать. И, в общем, выдавать RPM-пакет. Ну, а CI/CD будет реализован через Python скрипт, то есть в системе должен быть Python, скачан библиотека Selenium, скачан WebEngine. WebEngine — это такой бинарь, он тоже будет в системе. Python скрипт будет через библиотеку к нему обращаться. Он будет управлять веб-браузером, который тоже в системе. И тот уже будет эмулировать человека, который деплоит в маркет. Я лично тестировал это все на Chrome. Все довольно круто. Также есть и под Mozilla, как там, Gecko. Под Gecko тоже есть. Как видоизменится путь? Сверху представлено в общих чертах, да, а снизу то, кто это, собственно, делает. То есть загрузка будет осуществляться раннером, сборка, валидация, подпись тоже будет осуществляться раннером по инструкции, которая содержится в ветке в YAML-файле. Затем заявку на публикацию будет осуществлять Python скрипт вот с библиотекой Selenium. Ну, одобрение это все так же будем ждать от админов. Теперь к самому интересному. Вот как круто, CI/CD круто. Хочу себе дома CI/CD. Но дома у меня вот такой вот компьютер, да, не особо мощный. На нем установлен Debian 11. У него 8 гигабайт оперативной памяти, 4-ядерный Celeron,
с 2,2 гигагерцами и там M2 SATA SSD на терабайт. Ну, не очень такой, да? На нем поднят локальный GitFlick. Для GitFlick нужна база данных Redis PostgreSQL, да? Ну, InBucket для того, чтобы не заморачиваться с MTP-почтовым сервером, который нужен для GitFlick. Вот так вот все в докере тоже работает. Выглядит это примерно вот так. Ветка. Это вот веб-интерфейс того GitFlick, который крутится в контейнере. Желтеньким подчеркнуто, ну, наверное, плохо видно. В общем, это те самые дополнительные файлы, которые нужно. Это вот YAML, это Python скрипт и вот build.sh. Также для раннера можно задавать, как в GitLab, переменные, которые будут как-то разаминованы при чтении вот этого YAML-файла. Ну и дальше уже примеры, что и как можно будет потом смотреть. Да? Ну вот сейчас как бы захотелось обновить YouTube PWA, да? Это как это, WebView YouTube, но с наворотами, да? Навороты в том, чтобы разрешить ему работать на заблокированном экране и взаимодействовать play-pause тоже с заблокированного экрана. Вот так выглядит, да, когда мы перешли. У нас уже есть готовый билд, то есть нам нужно обновить. Тут все поля серые, заполнены уже. Когда мы делаем обновление, в принципе, информация старых полей сохраняется. Это все как бы можно не менять. Но появляется дополнительное поле, что нового. Можно, конечно, это вот что-то придумывать, но вся CD-пайплайне интересно, чтобы было все оптимизировано, да? Автоматизировано и все такое. Поэтому можно сюда просто через Python скрипт пихать имя коммита прот-ветки. Так. Потом мы сможем увидеть то, что отправлено на проверку. Приложение переместится в начало списка. И ну, если что-то пошло не так, да, руками можем отменить то, что там залилось. И посмотреть, все ли норм. Расскажу еще про то, что вот там, видимо, прощелкалось. Интересный слайд. Вот. Вот этот. Весь мой компьютер выглядит примерно вот так. Это мини-ПК, который имеет полностью пассивное охлаждение размером с ладонь. Я его, в него просто воткнул питание, которое 9 ватт в пике, да, ТДП, и подключил Ethernet кабель к роутеру и поставил его рядом с роутером. И он бесконечно работает. Ну, там вот здесь аптайм уже 31 день. Сейчас там что-то уже, наверное, под полтос. В общем, система стабильная. Но касательно GitFlick, там, в общем, у раннера, если лок-левел оставлять на инфо, он очень много памяти занимает в оперативе. Но это такое уже. Ну, как итог. Я очень надеюсь, что ОМП таки сделает API, да, для маркета. И, ну, я, конечно, небольшая компания, но запрос какой-то уже имеется, там, комьюнити, все такое. Касательно, вот, если будет Рустор, да, то можно с помощью такого CICD-пайплайна делать двойной деплой. То есть после
выполнение Python скрипта, можно вызвать выполнение какого-нибудь другого Python скрипта, да, который уже по API, который есть в RUSTORE, выложит все. Код вот этого Python скрипта пока идет договоренности на то, чтобы его выложил публично. Но я думаю, все-таки достигнем там как это, совместного правильного решения. И будет код, который позволит вот вам дома даже разворачивать все это. В общем, вот. Спасибо за внимание. Раз. Давайте похлопаем, да, Даниилу. И какие-то вопросы, замечания, подарки, цветы? Нет? Вопросы? У меня такой вопрос. Ты говоришь, что ты используешь Selenium, чтобы заполнить формы. Расскажи, у тебя же браузер в конечном итоге все равно это отправит на какой-то endpoint. Почему не взять там из логов браузера просто запрос и не симулировать его, минуя вот всю эту UI-ную часть, которая может быть динамичной, меняться и так далее? Хороший вопрос. На самом деле Selenium выбран потому, что предполагается, что какие-то запросы будут как-то видоизменяться, да, а интерфейс при этом будет классический. И я решил подвязаться именно на интерфейс, чтобы ну, вот паттерны поведения вот человека они оставались, а все, что там будет остаться. Ну, просто вот сразу вопрос там, по поводу категорий. Ты приводил пример. У тебя, получается, категории забиты в Jenkins принудительно, там список опций, или ты их вытягиваешь по API-шке? Потому что ведь браузер же их откуда-то берет, когда у тебя там в комбоксе они появляются, значит, он там сходил, взял категории и подкинул. То есть если это перевести на нормальный REST API, то можно было бы получать там список категорий, и оно было бы все быстрее. А то у тебя там категория поменялась чуть-чуть, все, скрипт сломался. На самом деле, да. Но она не сломался, потому что категории, они нужны в основном только при разработке, ну, добавлении какого-то нового, да, приложения. А в остальных категориях это, ну, они остаются прежними в большинстве своем. А плюс они как-то очень редко меняются. Они меняются иногда, но очень редко. Окей, спасибо. Спасибо за доклад. У меня первый вопрос. Вот ты когда рассказывал про форму заполнения, и там было такое, что надо было минимальную версию Авроры указывать и максимальную. Неужели эта информация не содержится в пакете? А, короче, неужели это ограничение чисто на стороне маркета, а не на стороне пакета? Вот, то есть в Android, если ты соберешь APK для, ну, который минус DK, допустим, 20, ты не запустишь на 19-м. И это кажется очень логичным. В Авроре такого нет? Тут просто как-то дается возможность еще попытаться запускаться на предыдущих версиях. Ну, то есть, чтобы это руками. Но на самом деле, вот в графе от всегда находится текущий релиз. Ну, поскольку до этого, да, было не 4.02, а 4.01, по-моему, там, ну, как-то номер релиза версии был ниже. И как бы минимальный порог был именно с той. Плюс, кстати, не помню, есть ли там какое-то вот именно в пакете ограничение на версию. Получается, обратной совместимости нет? Обратная совместимость есть. Ну, то есть ты говоришь, если сейчас можно заливать только минимально под 4.02. Когда проходит, ну как, с новым релизом операционной системы обычно происходит какое-то обновление маркета. И если у вас какой-нибудь там старенький маркет, да, условно, под него можно грузить старые релизы. Мне кажется, это все в настройке админки происходит именно самого Aurora Market, сервера. Ну, это вот был пример именно маркета, который в бете. Там как бы обратная совместимость вроде как есть, ты можешь устанавливать,
Но версия вот минимальная всегда подгоняется вот под какой-то релиз конкретный. И мне кажется, это сделано, чтобы как раз вынудить тех разработчиков, которые разрабатывают для бета, пересобирать свои приложения под новую версию. То есть мы заходим, да, оп, нету, обновились, нет нашего приложения. Ты такой думаешь, чё, почему? А там просто версия минимальная была поднята настолько, что нету твоего приложения больше вот. Не, это понятно, но так отсекается, может отсекаться большая часть аудитории. Ну ладно, это... Ну ты в любой просто... момент можешь зайти, вот, сделать редактирование, выставить нужные версии, которые тебе надо. У меня еще один вопрос на самом деле. А что говорит ОМП по поводу API? Потому что сейчас это выглядит как жуткий костыль, который сломается завтра при введении двухфакторной авторизации, при чуть-чуть да. изменении HTML-ки, ну это ты сразу проиграл. Да, да, да. Вот это нестабильный, ну то есть примерно не нельзя то же считать самое CD, там можно сказали. Считать там чисто на коленочном да. каким-то костылем. Поэтому появился такой сильный запрос на все-таки иметь API. В комьюнити это как два лагеря было, да? Это делаем решение, которое надо, чтобы работало здесь сейчас, и нет, мы будем ждать там более-менее какого-то API, чтобы только потом делать версию. Это вот решение, которое в принципе подходит сейчас, и мы подали запрос на то, чтобы все-таки было API. Сейчас маркет находится на самом деле в переработке. Довольно глобальный, как клиентская часть, как я понимаю, так и серверная, да? Ну, ответа нет, да, в смысле, когда-нибудь сделаем. Да я думаю, в этом году даже. Ну, нам покажут, возможно, точных дат никто не говорил, это мои догадки. И последний вопрос, а есть ли какая-то выкатка на процент? Ну, вот как в любом маркете можно раскатывать на процент пользователей, я так понимаю, вроде такого еще нет, потому что аудитории, наверное, еще большой нет, да? В смысле? Чуть не ну, понимаю. То есть можно выкатить новую версию на 5% пользователей, то есть на 5% своей аудитории, например. Судя по всему, в Авроре этого нет. Как сказать? Для того, чтобы понять какую-то да, аудиторию, ты должен как-то логиниться в маркет. Так это же не ты понимаешь. Это же, по идее, маркет за тебя должен понимать. Ну, типа операционная система. Ну, просто сейчас, как бы, не знаю, там нет, мне кажется, механизмов, которые бы как-то вот идентифицировали конкретных вот пользователей там и тому подобное. Пока такого механизма нету. Ну, то есть, соответственно, мне кажется, невозможно так вот кому-то дать, кому-то не дать. Ну, возможно вообще. Все же девайсы… Ну, у тебя же есть учетная запись в магазин же, нельзя, наверное, нет учетных записей в маркете. Есть... В этом прикол. Ты не можешь идентифицировать. Ты заходишь в маркет, и у тебя вот потому что устройство… Там, наверное, девайс закреплен за человеком, да? Или как? Все равно же какая-то авторизация. В целом, да, но мне кажется, никто там, как это, аналитику не ведет и… Как это? Мне неизвестны какие-то примеры, кто бы вот так мог делать. Ну, кто вот так вот раскатывал на какую-то часть аудитории. Мне вот неизвестно такое. Ладно, спасибо. У нас последний вопрос. Буквально вот там. Да. Кстати, ты когда сказал про костыли и двухфакторку, я прям App Store-ом пахнуло немножечко. Я прям вспомнил его, да. У меня вопрос, да, во-первых, спасибо за доклад, во-вторых, вопрос, наверное, не столько про CI, но, возможно, ты сталкивался, когда писал CI, подскажи, в Авроре RPM-ки используются, и там такой вот ужасный формат версии, который в Red Hat-ке используется, да, то есть там невозможно понять, какая версия старше, какая младше, там нет инкрементных билдов и так далее, то есть просто какой-то набор цифр. Это про что сейчас, именно про сборку или про… Ну, я про версию самого пакета. То есть, насколько я помню, в Red Hat там не как в APK-шках, там ты не можешь просто заинкрементить билд и сказать, у тебя новый билд, тебе прям нужно новую версию написать, и это никакой не симвер, и определить, какая версия старше, какая младше, это тот еще адок. Действительно ли в Авроре тоже так? Мне кажется, что рано или поздно это все добавится, поскольку RPM довольно гибкий, и в принципе можно дополнительные поля ну, добавлять. Вообще, типа, идея хорошая, да. Надо предложить, чтобы можно было вот идентифицировать именно в пакете. То есть не маркет бы вот отвечал да, за это, а вот именно пакет конкретный, примерно так. Но другой вопрос: если ты будешь ставить приложение, ну,
Будет ли будет ли система вообще чекать? В этом и проблема. Сейчас сложно понять, какое приложение старше, какая версия старше, а какая младше. Потому что, мне кажется, уже умерли те люди, которые разбирались в формате версии Red Hat, RPM, по крайней мере. Да не, ну я не про сам, там, знаешь, Red Hat, я про. Там буквально не все так сложно. Там есть вот спекфайл, да, по которому генерируется RPM. Да. Вот там можно дополнительные поля делать. Ну да, возможно, это было бы отлично. Но сейчас, я так понимаю, вот в самой Авроре, в маркетах там такого нет, и там просто версия RPM-ки. Вот, там версия RPM, и, соответственно, ты сам выставляешь версии системы, под которую ты все. Ага, все, понял. Спасибо большое. Так, меня еще раз зовут Арсений. Спасибо за доклад. Вообще было два вопроса. Первый вопрос, который сказали уже два человека по поводу, или все сказали, про костыльность всего этого дела. А вы не пробовали зареверс-инженерить эту API-шку? Ну, по-любому же там какой-то вот этот рейстик с OAuth каким-то подобным флоу, issuing токен, а потом этот токен можно на лист, на ретрив передавать, и пост-запросы, пут-запросы на бинарные данные, фоточки и так далее. Yes, yes, yes. Все хотят что-то реверсить, именно опускаться на уровень внутренности, да, всего этого дела. Мне показалось, что на самом деле ОМП идет по такому принципу, что поскольку у нас активная разработка, мы перелопачиваем вообще все, что возможно внутри, но пользовательский интерфейс должен быть примерно одинаковый. И мне показалось, что именно вот цепляться именно к интерфейсу стоит, потому что он навряд ли изменится. Хорошо, спасибо. Еще вопрос по поводу, есть ли какое-то там разделение, вот как на iOS есть типа Test Flight, а есть App Store. У Aurora Market есть что-то подобное? Для тестовой дистрибьюции решений, то есть не, там, не каким-то публичным сертификатом подписываться для всех ребят, а вот чисто своим. Попроще, короче, что было. Честно, даже не знаю. Поскольку сейчас, на самом деле, я публиковал столько вот в бета-маркет, да, это вот конкретная реализация какого-то маркета примерного. И там все приложения как бы бета-приложения. Поэтому, может быть, есть. Бета-маркет, альфа-маркет, релиз-маркет. Хорошо, спасибо большое. Кстати, очень интересно, у Рустора я тоже не нашел публикации в закрытый контур. Очень хотелось. Уже есть? Хорошая, спасибо. Подскажи, пожалуйста, для того, чтобы собрать RPM, для большинства разработчиков это является новым форматом пакетирования, у Red Hat, например, есть по умолчанию утилита, которую ты выбираешь, она создает тебе структуру пакетов и так далее. В Aurora IDE такое тоже есть встроенное. А для пакетов, которые можно собирать через платформу SDK, не используя Qt там и прочее, есть ли подобный инструментарий? Вот именно по созданию структуры пакетов, описанию и так далее. Я его просто не нашел и даже отправил запрос в поддержку Aurora. Я надеюсь, что, возможно, мне на него ответят. Но, может быть, ты нашел. Ну, имеется в виду шаблончик, да, как бы вот первичный. На самом деле никогда не вызывал, да? Я думаю, навряд ли он есть. Я думаю, в качестве какого-то эталонного стоит использовать именно, у ОМП есть репозиторий на GitLab, и там набор как бы приложений, приблизительных реализаций каких-либо штучек. И вот за дефолт стоит, мне кажется, использовать вот этот проект, как будто такой шаблончик. Спасибо.